самочувствие как? Отлично, был да? Лучше всего. Опять можно служить. Да? А вам сколько лет-то служить? Мало. Мало? 96. Хотим поздравить вас и от имени губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьева, и от своего имени. И президентскую юбилейную медаль, наверное, да? Уже вручили вам. Получили вы медаль юбилейную? Молод душой и богат, чувством юмора, большой семьей и фронтовыми заслугами Николай Кузьмич Воротилин в день 75-летия Победы, кажется, лучше всех знает, насколько от нас был далек этот праздник. Оборона Сталинграда, Курская битва, взятие Берлина и участие в боевых действиях на шести фронтах. Он, безусловно, герой. И в честь него одного сегодня этот концерт в его же собственном саду. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Катюша – автомобиль, на котором прошел всю войну Николай Кузьмич. Но за рулем он был и весь свой трудовой путь. В 45-м закончил. Ему было 19 лет. До 2 мая закончили. Машину задали, ушла в эту, Японию. А я попал в другую часть, в 34-ю пушечной дивизии. Шофером возил связистов. Всю жизнь с шофером. Кончал шоферские курсы в Горьком. Там были специальные училища в Горьком и в Москве. Два училища минометных были. Старший телефонист батареи минометной дивизии за свои заслуги был отмечен орденами Красной Звезды Отечественной войны второй степени и еще рядом наград. Сегодня его поздравляют не только сотрудники администрации округа, но и военнослужащие части номер 26302. Им гордится большая семья, где уже два внука и три правнука. Победы!